Дана Кашин, у меня с математики плохо, но я решил один пример. Я положил свой джуджун тебе на лицо, и я называю его лицемер. Ха-ха-ха, измерил хуем твой рот! Йоу, я только что проснулся, но мне в дирекции пишет все равно, что Даня бог. Эльдар что-то пиздел меня в инстасторис, но я не смотрел их, как люди его новый влог, ёпта. Я сказал, что мой влог никто не посмотрел, это батл по фактам? Вот так вот ты падла! Ладно, блять, ладно, лови от меня тогда факты. Ты обижался на Галата. Ха-ха-ха-ха! И трахал собаку прямо, блять, в сраку. Дурак ты, дурацкий. Сосал у коня и убежал от меня. Я читаю 4 четвертых, а ты 1/2. Это батл по тактам. Ты тупая. Во-во! Слышь, хули ты там базаришь за такты? Ты шо, блять, из музыкантов? Ты же работаешь во Фрути Лупсе. И клип твой новый я видел, он залупский. Все, машина рифм активизировалась, всех уничтожу, убью всех, задишу всех вообще. Сегодня день дисов, среда. Это машина рифм, это дис-машина. Все никогда не сможете, как я, рифмовать. Вам не дано так рифмовать, вы будете сосать, а я буду рифмовать, как... Барат, это дис-машина, соси, мужчина, ты скотина. Ладно, я всех обманул, сегодня не среда, сегодня четверг. А значит, рыбный день, и от вас будет пахнуть. Дай леща сегодня. Яо, Моргенштерн, ты похож на мой, блядь, член. Такой же волосатый, большой пиздец. Еще себя суешь везде. Еще одно главное сходство. В итоге ты пойдешь пизде. Эй, гном, ты намазал рот говном. Я по лесу ходил, искал твой дом, но нашел только закладку. Кушай прокладку, но только не сладкую, а то умрешь в припадках. Лох. Ну сколько можно этих сладких шуток? Перестань, прошу, я устал их слушать. Они наводят на меня страх и ужас. Ладно, друже, моя жизнь и так не сахар. Слушай, пошел ты нахуй, дура! Чуваки, Даня подключил, значит, свою армию. Мне нужна ваша помощь. Заливайте дис на Кашина и на Моргенштерна себе в сторис с хэштегом дисмашина и скидывайте мне в директ. Лучшее я буду перезаливать. Давайте уничтожим их нахуй. Когда Моргенштерн трахал бабу, она делала оргазм под фонограмму. Он говорит ей: «О, ты что, наш не рушь союз?» Она ему: «Не-не-не-не, ты что, я просто ебусь под плюс!» Эй, нахуй пошел! Эй! Эй, да, сейчас открою тебе глаза. Я разрываю залы, пока ты пиздишь дома под минуса. А теперь я покажу, что такое командный дух. Я говорю «Эльдар», они говорят кончились идеи, как 10 Эльдара Джарахова. Пожалуйста, помогите мне, пришлите мне в директ с сторисом без упоминаний, как вы 10 Эльдара Джарахова. Я буду выкладывать, хорошо? Спасибо. Как вы заметили, Эльдар испугался, когда убил мою армию, мои люди. Вот, бэнг, вот, все дела там. Короче, продолжайте его 10. Должен, вот. И ты скажешь мне то, что ты ебал мою маму. Ну, максимум то, что ты можешь делать, это прямой эфир в Инстаграме, ёпты. Даня Кашин, твое самомнение выше здания Нью-Йорка. Ты очень редко вылазишь из своей норки. Не так давно просил ладошек у мамы, теперь пилишь стримы, разоряя карманы. Иди работай нормально, ни глоткой, ни робко, ни виртуально. Янго, я тебя драл в рот. Ты сосал болт. Прям как он. Играл, о, отвечай, черт, или ты лох-лох. Эй, йоу, Дот, сам ты лох. Эльдар Джарахов, мне не успели написать текст, поэтому подготовил парочку убийственных панчей без слов для тебя. Бря, 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 бря. Ну что ж, этот трогательный момент, я стою возле подъезда с чемоданчиком, с золотой кнопочкой и отправляюсь навстречу новым приключениям. Немножечко грустно. Эльдар Джарахов лох. Эльдар Джарахов лох.
Слышь, Васильев, я самый лучший рэпер в России, а тебя в эти взрослые дела влазить не просили. Знаешь, ты лох, и молоко у тебя на губах еще не обсох. Ха-ха-ха, это дис на подписчика. По, ответочка. Рад, перископ, майки, точка орг. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау.